Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Лоррейна Грабса Уэста «Сотрудники на всю жизнь. Уроки лояльности от Southwest Airlines. 10 основных фактов». Факт номер один. Должность мечты. Доказанный факт, что в комфортных условиях человек работает продуктивнее. Потенциальных кандидатов привлекает возможность раскрытия творческого потенциала. Широта полномочий, отсутствие дресс-кода. Для начала сделайте работу сотрудника в вашей компании комфортной. Корпоративная культура с первого дня. Адаптация сотрудника на новом рабочем месте играет ключевую роль. Формировать ценность корпоративной культуры нужно с первого дня. После принятия на должность можно устроить небольшой праздник, чтобы человек влился в коллектив. Работник должен почувствовать свою особенность. Факт номер три. Возможность обучаться. Постоянное развитие внутри компании снижает желание искать новое место. Общение людей из разных подразделений одной компании поможет предупредить ненужное соперничество. Осведомленность о работе разных структур способствует поиску эффективных решений. Каждый сотрудник ценен. Для руководящего звена на первом месте должны быть сотрудники, а не клиенты. Необходимо сформировать у подчиненных ощущение того, что коллектив является второй семьей. Чувство причастности к корпоративной культуре формируется, когда в команде разделяют победы и поддерживают в трудные времена. Факт номер пять. Поощрение не требует больших расходов. Хорошее обслуживание клиентов начинается с доброжелательных отношений внутри коллектива. Поощрения не всегда связаны с материальными затратами. Сотрудники могут писать друг другу рекомендательные письма, поздравления. Организация праздника, украшение офиса в честь значимого события не требует больших затрат, но помогает установить прочные связи в коллективе. Работник в душе ребенок. Независимо от возраста, в душе человека скрывается ребенок с капризами, желаниями, юмором. Рабочие отношения не должны быть чересчур формальными. Компания, желающая создать хорошую атмосферу, должна поощрять индивидуальность и неформальное общение, шутки. Хорошим отношением вы можете увеличить прибыль. Сотрудники усерднее работают, если они заинтересованы в успехе компании. Персонал можно оценивать в качестве актива. Чувствуя себя востребованным, человек больше старается, не пытается бездельничать и отлынивать от работы. Восьмой факт. Поддержка в трудные времена. Личная жизнь отражается на работе. В хорошей компании сотрудника поддержат в трудные моменты. Чем быстрее человек справится с проблемой, тем скорее можно ожидать от него качественного выполнения обязанностей. Нанимайте лидеров. Хорошие сотрудники заслуживают таких же руководителей. Лидер должен иметь высокие моральные стандарты, проявлять заботу о подчиненных. Новому начальнику следует сначала хорошо изучить команду, после специфику работы. Десятый факт. Бизнес-сообщество как семья. Корпоративная семья компании состоит из сотрудников, партнеров, клиентов. Нужно стараться со всеми поддерживать долгосрочные дружеские отношения. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Сотрудники на всю жизнь». Подписывайтесь на канал, склоняйте колокольчик к нажатию, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».